Меня зовут Маргарита Смирнова. И как оказалось, впоследствии мы все хотели петь вот именно многоголосие, трио. И вот собрались, наконец-то встретили друг друга и сделали репертуар. И у нас только начало, можно сказать, мы полгода только поем, но планов, идей очень много, и мы очень рады друг с другом петь. Репертуар вокального трио «Соцветия» очень разнообразен. От русских народных песен, старинных романсов, камерно-ансамблевой музыки, эстрадных песен и композиций, специально написанных для трио. Многие песни «Соцветия» поет акапелла. Купи мне, снаряди мне, шинники, мыльники, сапожники, плотники, шарнавалы, карнавалы, овчинники, поставалы, черницы, кузнецы, курносы, подлецы, Зовут меня Галина Петрушкина. Родилась и выросла я в Рязани. Изначально петь начала только в Москве, когда училась. И ставил мне голос замечательный, вот не могу сегодня о нем не сказать, Лев Наумович Эстрин. Вспомним, мой первый учитель. Пела профессионально в Кумушках и в русском народном коллективе «Семеновна». Искусство трио «Соцветия», его особенности, сила – русская манера пения. Это бережное отношение к слову и мелодии, душевная искренность и безупречный вкус. Зовут меня Анна Пиксайкина, родилась и училась я в Мордовии. Пела я в Мордовской государственной филармонии в ансамбле «Келу», это «Березка», под руководством Георгия Сураева-Королева. Дай Бог ему здоровья. Ну и вот приехала в Москву, тут у нас большая диаспора, мордовская диаспора. Там пою, у нас ансамбль есть «Азрала». В нашем репертуаре песни народные, песни советских композиторов, романсы и авторские песни. Яркое исполнительское мастерство солистов ансамбля, преданность традициям русского песенного искусства, трудолюбие и артистизм позволяют заслужить признательность слушательских аудиторий самых разных площадок, как центральных и ведущих, так и малых и отдаленных. Ждем ваших предложений. Споемте, друзья! Телефон для организации концертов. Приходите на концерты трио «Соцветия»!